Всем привет! В данном видео я изменю своим традициям и сниму его без кепочки. Ведь для мужчины не важное, что сверху, а главное то, что снизу. Еще это видео будет коротким, так как сказала моя любимая женщина, она же моя жена, как ни странно, что длинные видео в интернете не заходят. Поэтому данное видео будет не больше, чем 10 минут. Ну и темой данного видео будет второе весеннее расширение. Оно значительно отличается от первого весеннего расширения, так как в первый раз мы просто добавляем сушь, вощину и все. А второе весеннее расширение у нас выполняет сразу несколько задач. Во-первых, мы делаем расширение. Во-вторых, мы отделяем расплодную часть гнезда от медовой части. И в-третьих, мы производим ротацию старых рамочек. То есть, по-простому, мы меняем старые рамочки на новые. Ну и начнем с корпусных. Ну а потом я покажу, как это все делается в лежаке. Итак, начинаем с корпусного улья. Вот этот улей я делал расширение где-то недельки полторы назад. И как мы видим, что 12 рамочек они уже полностью освоили, даже 13 здесь. Прекрасно, все рамочки обсижены пчелой. Теперь что нам нужно сделать? Печатный расплод на выходе и крупная личинка у нас пойдут во второй корпус. Также рамочки с медом свежим у нас тоже пойдут во второй корпус. Снизу у нас останется матка, светлая сушь, и добавим ей вощины. Таким способом мы темную вощину из гнезда убираем и делаем ротацию рамочек. Вот эта рамочка пойдет наверх. Если вам на глаза попалась матка, то мы ее просто оставляем в нижнем корпусе, и рамочки можно не перетряхивать. Если матка не попалась, то просто перетряхиваем рамочки. Вот эта рамочка светленькая, хорошая, останется в нижнем корпусе. Вот я вставил вощинку. Вощинку полностью оттянули, матка засеяла, и здесь уже печатный расплод. Ай, маточка, не попадается она мне на глаза, эта маточка. И так, как я и говорил, мы одновременно делаем три вещи. Расширяем гнездо, это раз. Отделяем расплодный корпус от медового корпуса, потому что мы сейчас сюда поставим ганимановскую решетку, и произведем ротацию рамочек. То есть темные рамочки вот такие из гнезда мы уберем. Здесь личиночка крупненькая. Так, и снизу у нас останется здесь тоже печатный расплод. Так, тоже уберем. Так. Ай-яй-яй, сколько здесь печатного расплода. Так, одну медовую рамочку оставим здесь внизу. Раз. Вторую медовую рамочку оставим тоже здесь снизу. Но мы ее поставим на другой край. И теперь вот сюда мы добавляем сушь овощину. Вот такая красивая сушь прошлого года. Светлая, беленькая. Прямо, ну, красота. Так, теперь сюда ложим ганимановскую решетку. Маточка у нас снизу. Ставим, или как в моем случае, просто закрываем второй корпус. Внизу у нас сушь, вощина и свежая личинка. А вверху у нас получается печатный расплод на выходе
ну и крупная личинка. Весь верхний корпус у нас будет работать на мед. Из нижнего корпуса что-то мы, может, заберем, но в основном нижний корпус у нас пойдет мед на зиму. То есть фактически мы его трогать не будем. Периодически мы еще заберем оттуда темные рамочки и добавим еще лощинку. Ставим заставную. Пожалуй, сейчас добавлю еще какую-то рамочку суши. Потому что вот эта семья, в принципе, неплохая. Вот такая вот история. Ну и теперь лежак и ганиманка. Сейчас я вам все расскажу и все покажу. Заставную мы пока что отсюда убираем. Так, и ищем середину. Нашли середину. Ай-яй-яй. И в середину ставим ганиманочку самодельную, частично самодельную. Отлично. Теперь у нас в этой стороне будет матка и свежие яйца, также сушь, лощина, все светлое. В этой стороне у нас будет печатный расплод на выходе, а также крупная личинка, ну и сушь такая темненькая. Вот эти все рамочки впоследствии у нас пойдут на перетопку после откачки меда. Сейчас нам нужно найти матку, но можно ее даже и не искать. Так, вот такая вот прекрасная рамочка с печатным расплодом. И здесь уже мед есть, пойдет у нас вот сюда. Поэтому мы ее просто встряхиваем вот сюда. Следующая рамочка. Здесь крупная личинка, тоже у нас пойдет вот сюда. Если на глаза вам попалась маточка, то можно рамочки не перетряхивать. Тогда мы просто маточку пересаживаем в этот отдел. И все, дальше рамочки переставляем так, как нам нужно. Так, эта медовая рамочка тоже заберем туда. Ставим заставную. Ну и дополнительный литок открываем, чтобы был приток кислорода. Вот и все, что касается ганиманки для лежака. Как я уже говорил, что лежак — это в принципе горизонтальный стояк. И с ним тоже можно удобно работать. Если немножко подзаморочиться и немножко потратить какие-то денежки. Ну вот и все, что касается второго весеннего расширения. Ротации, ну и разделения гнезда на расплодную и медовую часть. Я думаю, что я вложился в 10 минут, даже с учетом природных зарисовок. Спасибо моей любимой женщине, она же моя жена. Кому было все понятно, ставьте лайк. Кому было непонятно, тоже ставьте лайк, но вам так и останется все непонятно. Ну а я пошел работать дальше. Расширять, лощину ставить, делать ротацию и все такое. Все, всем пока. Акация уже цветет.